Добрый день, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quice. Когда вы путешествуете по Америке, нет вообще никаких проблем с остановкой в отеле. По всей Америке существует сеть отелей, как Super 8, Super 6, Ramadan, Day Inns, Holiday Inns, куча отелей. Более того, вы можете остановиться в любом Макдональдсе, в любом фастфуде, где есть Wi-Fi, и пробить отель заранее. Но в этом, в общем-то, необходимости нет, потому что номера практически есть везде, и цены очень демократичные. В прошлый раз мы останавливались в Super 6 с одной стороны Канзаса, нам там не совсем понравилось. Вот, мы решили немножко увеличить свой бюджет, и сейчас покажем вам номера за $57 на двоих. Вот он наш новый номер. Ой, бобик чей-то мелкий. Гадский бобик. Вот, это у нас Лиза уже устроилась. Вот такая вот королевская кровать. Здесь есть Wi-Fi. Да. Это новые номера. Сейчас, конечно, свет включу. Мы только вот вошли буквально, поэтому все на скорую руку, ничего не подготовлено. Вот, то есть отель сделали буквально недавно. Даже стоит вот телевизор у нас здесь. Сейчас его включу. Philips у нас здесь вот такой вот. О, круто, плоский. Да. За $57. Ну, опять же, кофеек сейчас в Harmony Reception возьму бесплатный. Вот. Санузел. Ручки прям можно здесь помыть. А здесь у нас туалет. И здесь у нас ванночка такая вот. Вот. О. Даже можно ванну принять. О, вообще замечательно. Просто круто. Просто круто. Ну и смотри, здесь такая вот стоечка с полотенчиками. О, прям мне здесь очень нравится. Очень нравится. И самое главное, Wi-Fi. Самое главное, Wi-Fi. С погодой сегодня творится что-то страшное. Мы вообще не ожидали такого. Мы уехали из Омахи. Сегодня позвонили Эдику. Он сказал, там выпало 2 инча снега. Мы думали, он издевается. А сегодня этот вот фронт холодно дотянулся до нас, и вот там за окном у нас происходит светопредставление. Ну, Зин, давай улыбнемся в камеру и скажем, оставайтесь с нами на канале, подписывайтесь, да? Достаточно комфортно, согласись, путешествовать по Америке. Очень удобно, даже с маленьким ребенком очень комфортно путешествовать. Не паримся, да? Нет, совсем не паримся. Везде можно поменять памперсы, согласен, да? Можно кашу сделать, и да, если вода везде есть, чтобы молоко сделать. Везде могут нам помочь, везде можно разогреть микроволновку, согласись, сюда. Я даже не парюсь, ребенку 9 месяцев, я даже не парюсь, я в Москве бы не ездила бы. Ну да. После со мной Ельца я бы не поехала бы с ребенком. Ну Елец это вообще песня была, одни тараканы что стоят, и поход... Так что здесь, в принципе, очень легко путешествовать и удобно. Удачи, оставайтесь на канале и будьте в курсе событий.